На встрече с Анатолием Пахомовым министр спорта Бразилии Леандро Крузо интересовался, что в Сочи сделано к проведению чемпионата мира по футболу. Глава Сочи Анатолий Пахомов рассказал, что вся инфраструктура была готова к Олимпиаде 2014 года. Главное, к Мундиалю реконструирован стадион «Фишт» и построены 3 тренировочные площадки. Сборная команда Бразилии выбрала Сочи для проживания и тренировок перед матчем, который пройдет с командой Швейцарии 17 июня в Ростове. Бразильцы провели открытую тренировку на стадионе центра «Югспорт». На матче Мундиале бразильцы купили в общей сложности 72 тысячи билетов. Многих болельщиков можно встретить и на улицах нашего города. Мы уверены, что мы все сделаем для того, чтобы бразильской команде, тем болельщикам, которые приехали из Бразилии, очень понравится Сочи, и они обязательно будут возвращаться в наш город. Глава Сочи провел для иностранных коллег экскурсию по музею спортивной славы. Рассказал о волонтерах, которых в Сочи можно встретить повсюду, об экскурсиях, которые специально подготовлены для зарубежных болельщиков. Те же, кто не попадет на стадион «Фишт», могут наблюдать матчи на специальном экране, установленном в фан-зоне. Министр спорта Бразилии впечатлен теплым приемом сочинцев. Ему понравился курортный город, и он оставил запись в книге почетных гостей, а затем и озвучил, что написал. Огромные объятия всем вам, городу Сочи, жителям от Бразилии в целом и от министра спорта Бразилии. Спасибо. Бразилия принимала чемпионат мира по футболу летом 2014 года, но тогда бразильской сборной не удалось выйти в лидеры, она уступила Германии. Сейчас у Бразилии боевой настрой, они даже отметили на встрече, что Сочи созвучен со словом «удачи» на португальском и подарили главе курорта футбольную форму национальной сборной. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.